Ребят, всем привет! Снова новое видео на тему значения молитв. Очень важная молитва Алейну. Мы читаем Алейну, когда заканчиваем молитву. Что такое Алейну? Алейну – это как космический клей такой. Он пакует наши молитвы, все предыдущие. Все до Алейну – это все внутренний свет. Алейну – это привлечение окружающего света. И Алейну формирует вот такой вот ящичек, в который специально, чтобы не проникали клипот, никакая негативная энергия, и относит их туда, в правильное место, где они будут услышаны и просмотрены, вот, и нас они будут наполнять оттуда. Теперь, после Алейну еще можно прочитать некоторые дополнительные строчки. «Вайомер им шамоат тишма лекол». Это что такое? Это такое, это будто ангел. Вот в каждой молитве есть ангел. Это ангел, который сопровождает, чтобы никто там ни налево, ни направо ничего не сделал. Все четко в место доставки наши молитвы доходят. И, в принципе, в верхних мирах там уже более безопасно. Но можно еще попросить, можно еще прочитать «Йехи рацион». «Йехи рацион» — это что? Это будто отчет, что окей, ну, мы говорим ангелу «маякни», когда все будет нормально. Вот. И «Йехи рацион» помогает нам для того получить фидбэк, что окей, все нормально, мы «Йехи рацион» прочитали, это такое, будто мы получили фидбэк, что наши молитвы услышаны, они в верхних мирах расположены на правильной ячейке, все нормально, есть связь, идентификационный номер, все good. Работаем дальше. Всем пока.